часть Чернобыль. Чувак сказал, что надоело просто писымать и все. А когда ты отсымаешь, она все. Да. Надоело. Если мы не будем это делать, ты сам знаешь, что все собьется. Да, я это прекрасно знаю, что все собьется. И мне не надо, чтобы меня уволили. Да, тут с оплатой, если очень хорош, то дают мне ее. Да, это неудивительно. Кстати, вчера мне друг, знаешь, что сказал? Он мне сказал... Извини, немножко тут забыл. Он мне сказал, если отчим будет сказал, а вот я тебе подаю сало, то есть вон. Ничего себе, это лучше, чем миллион долларов, конечно, да. Ну ты в курсе, что нам еще ночь, а осталось час работать? Да, в курсе. А сейчас видите, на сколько на время? У меня есть часы. Ничего себе, уже... 0-0-1-0-0. Ну, неудивительно. Я когда первый раз работал ночью за полтора часа. Да, был первый раз. Кстати, тебе сколько заплатили, когда ты первый раз работал? Сколько? Ну, 10 тысяч. А мне 100 тысяч. Это мамайна, мама. Давайте лопатить, лопатить. И ты чё уставил? Ты хочешь, чтобы заплатить тебе доллар? Нет. Да лопатить давай. Ну всё, и ладно, я посол. Видел, какой дурак. Да, я видел, какой дурак он. Ну ладно. Газы, что это странно. Мы просто тут насымаем. Просто отсымаем. А нам дают иногда 1 000 000, 100 000. Да, странно. Ну ладно. Спустя час. Стоп! Он согласится быстрее писать. Так, так. Я не понял, почему никого нет. Подумаешь, что час. Им содиректор 100 раз говорил. Ночью полтора часа. Ой, не послушай. Ну ладно, пойду домой спать. Ладно. Сколько будет так? Меня сбивает, на. Там себе ничего не сломал. Конечно, сломал ногу. Ладно, когда придет солдат, обстрелится. Лучше посылу одного солдата. Давай. Да, обстрелюсь. А ты чё? Давай вот тут. Ну ладно. Она первая толпа получает. Самые редкие. Ой, что за самая редкая? Тася тоже самый редкий стал. А это сейчас стоит? Все? Ну вот, ну... Да, ладно, оттуда вот этой волны было. Это вы? Когда их басвали из дома. Блин, тут поспать мама не дает. Да, точно, у меня голосовые классные. Это не болтает, а у меня тоже. Ладно, ладно. Эй, посмотри, ты нелки просто так. Я это ты.
Нет, ты. Ничего, целовать нет. А? Ну-ка, дай-ка я починю яхту. Тяни. Пиздец. Так, ладно. Ой, спич. Что это было? О, нет, мой яхта, что? Ой. Следующая часть будет подменена следующими. Смотрите, с автора.